Там, где в ущелье среди скал течет сулакская вода. Или давайте, когда капитан команды выйдет, чему-то надо выходить. Да, было сказано. Да, 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 да
Москва, Курская область. Второе поле, Новгородская область, Костомская область. Третье поле, Владимирская область, Орловская область. Сад или стой? Шире! Брат, иди куда пошел?
Играть! Какой фол, так, судья! Не задерживай!
Заур, не задержи, ты чё? Сейчас, Шамис. Раскатывайте спокойно, почувствуйте мяч, раскатывайте мяч. Спокойно. Ушел, Надан, ушел. Там не бросай свой. Вот и все. Помоги, с центра, выходи, центр! А, попас, хорош. Давай.
Thank you.
Давай, не расстраивайтесь, играем.
Thank you.
Ну не хочу.
Мурат, играй! Эй, назад встаньте, Имран, не бегай туда, одним хватит там. На сзади останьтесь, пацаны, вы чё? Вы чё делаете, братья мои? Сзади останьтесь! Мурат! Ты видишь мячик, да беги! Ты сел зачем? Муртуз, от обороны, просто на выбор. Сзади! Все, назад, назад, Мура, Имра, назад! Все сзади! Давай! Штрафной можно было за пару секунд. А сюда я навалил. Штрафной не было, конечно. За руки вот. Тверь заберет сегодня. Бля, рукой помогает. Искра, искра пошла. Сейчас остановим. Шаги. Запасные, вон на ту сторону, пожалуйста. Пожалуйста, привет. Команде напротив. Салам. 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 Все, готовы. Ай! 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 Ай!
Братан, штрафную входишь, потом только мяч входит. Аут! Давай, выходи! Давай, выходи!
Just
ты идешь туда? Разрешите? Высокий, высокий! Первая площадка приглашается команде Ярославской области, Вологодской области. Тащи, тащи, тащи! Тащи! Хорошо, надо! Все часто, брат, все часто! Эй, Тимур, где? Сам еще. Помогу. Нет, нет, нельзя было так играть. Сохранить, держать мяч надо, последние минуты. Домой, 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 проходи, проходи. Давай, давай, давай. Выноси. Ай-яй-яй, домой. Хорошо, хорошо, нормально, все равно. Парни, назад! Один налево, один направо.
Ничего не было. Ничего не было, борьба за мяч. Абсолютно хорошо. Иди, иди. Все, дома держите, последняя минута. Минута осталась, давайте. Минута осталась. 4 минуты. 4 осталось. Девятка. Играй. Давай, я за вас болею, ха. Собрали. Азар! Отлично, молодец. Спина. Да, у них бит, здесь битва идет. Рубка идет. Пока один был, да? Это не та сюда. Давай, твой игрок. Поддержка самая главная. Врагива. Смотрим, смотрим. Я отвлекаю за мало. Дай сюда, Леха. Держи здесь мяч. Как вылетел, подавай. Ворота надо оставить. Первый игра. Блядь, форма. Не, смотри, не мачь. Оборона. Мяч дай. Молодец, хорошо. Давай, Тимка. Тима, вернись, мяч не твоя проблема. Гол забей. Ей! Йоу! Мяч сюда давай. Давай! Сзади! Он и так дает мячей, а ну. Защиту держим. Один, поведи! Сам иди! Сам иди!
Пресси! Пошестрее играть! Ладно!
Хорошо. Назад, назад, иди. Встречай, встречай. Иди давай. Говоря, уже все, у меня ноганы начинают. Давай бить! Давай! Держите, держите чуть мяч. Играйте, играйте. Еще один гол хотя бы надо. Кого как зовут? Давай! С игроками! Восьмерка, один! Шамиль, Ариф! Давай! Кидай вперед! Вот так! Шамиль, иди! Че, давайте поиграть, дайте пацанам. Кто за выходите уже поиграть чуть-чуть. Давай, играй. Не. Хорош. Давай. Не торопитесь, если не меняйте. Да, вы... Не надо, не торопитесь на своей. Не надо, такие вещи не надо через сет. Добра, мужчина! Спокойно! Хорош! Брат, я четкий пас дал, ничего я не попал. Арсен! Перед вратарем не отнимай мячи! Надо Ариф подождать. Еще! Встречай, Арсен, не пяться! Молодец, Арсен! Арсен, молодец! Брат, накрывай игроков! Арсен! Что делаете? Соберитесь, отрабатывайте, сзади! Отдай вот так! Пошел! Чуть раньше. На защите, конечно, сумбур опять. Останови! Не догонит. Назад! Плотнее, Арсен, плотнее, не надо одному стоять! Давай! Дай сразу! Шире! Вот, Ариф! Хорош! Води себе! Бей, момент по базе, бей! Пас! Хорош! Давай! Шел! Кто сам? Давай! Поиграй! Сзади! Первый мяч! Пас! Какой опорный еще не упал, бля, опорный, он в воздухе был. Там в воздухе был. Он не упал. Он падал на нее, но он не...
Влад, если так взять, там тоже бежать было опасно. Не, ну брат, атака знаешь, с чего началась? Он в руки сыграл. Мяч в игре был, Сыровской, когда был до этого, 2 минуты оставался. Замена. Главное не пропускать. Прием мяча, Мага.
Хорошо! Хорошо! Не давай бить! Бить не давайте ему! Храб молодец, бил. Оп, наш! Хорош, Ухрай, хорош! Арсен, не надо за этими мячами бегать, пускай дойдут сам! Спасибо! Стопан вдвоем! Дай пас, ты пошел! Сам, дай сам! Дай пас! Вот. Дай пас! Пас на дальнюю пас! Дальний угол! Пас отдай! Пас отдай, все, он один! Там с кем? Тума, Московская область, смотри, забила. Игроков! Назад, назад! Давай, игроки! Давай, давай, сзади играю! Один, один! Играй, 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 играй! Он... Не, не, в игрока! Он играет, прячет его! Он первый на мяче! Да, да, да! Эксперты лучше, чем судья! Он же судья! Не ругайся, не ругайся! С тобой! Бобом! Есть! Включай, включай, включай! Назад, 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 нормально все. Все нормально играем. Защита! Встречай! Отлично. И ногой. Я! Боем. Ему пас. Шамиль, играй. Играй, дай, 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 дай сюда. Играй, играй, играй. Ты ушел. Еще. Все. Наш, наш, наш. Не спеши. Проси, пять, проси. Проси, не спеши. Ариф один, Ариф один! Куда, 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 сразу? Не водись только, Ариф! Ариф, уйди, Ариф! Сови, Ариф! Сови, Ариф! Что делаешь-то? Назад! Ой, бля! Ариф, Ирик, брат! Ариф, что нельзя? Это нам... Уже сколько подарок был? Не знаю, замажешь. Можно, когда... Семиджан, выходи. Когда 2-0 можно. А когда 2-1 будет? Эй, эй, меняйте, Семиджан. Сколько осталось? Сколько осталось, пожалуйста? Пропускать нельзя. Чем больше очков плюсом будет у нас, тем лучше. Мага! Мы, считай, если мы ни одного не пропустим, это тоже плюс. Пошел, пошел, пошел! Зачем, блин? А вы торопитесь? Ари! Пробивайся, да, зачем ты отдаёшь? Да я... мало чего не говорят! Ари, Арсен! Дай дальше! Дай сильно! Ари! Ари, поменяй! Центр, центр! Да, да, да! 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 Да, да, что, со своими, что ли, тоже ругаться? Не-не-не, ругаться. Мы же ключим здесь. Я же для чего мяч дал поставить? Не нужен мяч. У нас опасная защита. А так все отлично. Шире, шире, шире! Останови! Сбегай к нему, не надо, Мухаммад, подходи! Наоборот, открываться надо! Арсен сам! Спокойно, нормально, нормально, нормально! Отдай, отдай!
Назад! Пятый, набегай! Ахмат, давай, если устал, давай! Ты стоишь один! Хорошо, дихало лучше! Еще! Не давай! Шамиль, иди нападай, Шамиль! Ахмат, меняйте! Ахмат, нас поменять! Подержи! Это что за подкаст? Шамиль! Мага впереди! Ты играл бы, он Амада надо поменять. Он устал, да. Шамиль, выноси! Выноси! Вот хорош! Гол! Сразу забей! Давай! Очень долго. Угол не дайте! С игроками встань! С игроками встаньте! Как зашли мы, как? Давай, так же пас, дай вперед! Молодцы! Представитель Московской области, подойдите, пожалуйста, к главному выходу на стадион. Это вообще не...
идет. Чемпионат организован прекрасно. Спасибо большое. Спасибо большое. Где мы? Рязань. Рязань, спасибо огромное. Приезжайте в Тверь. Три брата Обидовых, если что. Да. Салам алейкум. Хорошо. Все. Он не женат. Мы не взяли, мы не хотим передать. А вот тут снимают.
Вологда, Вологодская область. Дагестан тоже. Thank you.
Здравствуйте, уважаемые гости нашего праздника, участники соревнований, болельщики и просто любители футбола. Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии турнира по мини-футболу на кубок имени дважды Героя Советского Союза Аминхана Султана, проводимого в рамках столетия со дня рождения советского и российского поэта Расула Гамзатова. Данные соревнования проводятся в память Аминхана Султана, дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, с целью развития массового футбола и укрепления дружеских связей между регионами Центрального федерального округа Российской Федерации. Предлагаю всем друг друга поприветствовать! С каждым днем все дальше и дальше отходят в историю события и герои Великой Отечественной войны. Но их имена не стирает время. Своим героизмом и мужеством они завоевали себе бессмертие на века. Один из них – военный летчик-истребитель Аминхан Султан, названный фашистами «Черным дьяволом». Они боялись его до дрожи в коленях, а он бесстрашно провел 130 воздушных боев. Личный результат летчика – 30 сбитых вражеских машин, а вместе со своей группой он уничтожил 49 самолетов. Расул Гамзатов – поэт, публицист, прозаик, переводчик. Известен своей активной общественной и политической деятельностью. Награжден Сталинской и Ленинской премиями. Имеет звание Героя социалистического труда и народного поэта Дагестанской АССР. Стихи Расула Гамзатова отличаются необыкновенной проникновенностью чувств и простой риторикой. Наверное, поэтому их так любит народ. В его поэзии прославление родного Дагестана, гор и аварского языка. Сборники его стихов расходятся миллионными тиражами. На творческих вечерах поэта в зале не было ни одного свободного места. Песни, написанные на его стихи, мгновенно переходили в разряд хитов. И даже если бы Гамзатов написал только одних лишь «Журавлей», он все равно бы вошел в историю как создатель бессмертного гимна солдатам во всем мире. Встречайте, Магомед Тамир Синдиков с песней «Журавли». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, мы поплывем такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Yeah.
еще. Организаторами нашего спортивного праздника выступают представительства правительства Республики Дагестан в Рязанской области и Министерство физической культуры и спорта Рязанской области. Слово предоставляется заместителю министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорю Мишину. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые участники турнира, болельщики, гости нашего региона. Нам очень приятно, что вот этот турнир в этом году проводится в Рязанской области. Вдвойне приятно, что в этом году он юбилейный, посвящен 100-летию памяти Расула Ганзатова. И он вдвойне символичен, что он проводится именно сегодня, в Рязанский областной день здоровья и спорта. Поэтому я уверен, что Рязанская область будет гостеприимна для всех. Пожелать хочу всем участникам достойно представить на футбольном поле свой субъект, свой город, может быть, свой клуб. Всем удачи, здоровья, выступления без травм и, конечно же, всем победы. А победит сильнейший. Спасибо. Участников соревнований приветствует народная артистка Республики Дагестан Бика Шейхова. Ошибка не страшна. Поверьте, первая ошибка не страшна, и первая обида не важна. И самый первый страх сродни испугу, и коль твоей судьбе случилось вдруг. И первый раз тебя обидел друг, не осуждай, поняв попробуй друга. Наверное, на свете не найти людей ни разу не сбивавшихся с пути, сердец ни разу не окутанных туманом. И коль у друга твоего стряслась беда, сказал не то, не тем и не тогда, его ошибку не считай обманом. Друзья, что мой... Забыл. Ничего, исправимся. Друзья, что глупый промах мой кляня, когда-то отказались от меня. Для всех всегда мой дом открыт. Входите, всех, кто со мной смеялся и грустил, люблю, как прежде, я вас всех простил. А теперь и меня, друзья, простите. Спасибо. Я слышу твой песни, и сотый раз повторяю, насколько ты лучше всех. И кажется мне впервые, я слышу
понимаю, как счастливее с тобой. Всю жизнь нам дана судьбой, что мы здесь встречаем на весне. И кажется мне впервые, я слышу твой крик и смех. И сотый раз повторяю, насколько ты лучше всех. И кажется мне впервые, я слышу твой крик и смех. И сотый раз повторяю, насколько ты лучше всех. И кажется мне впервые, я слышу твой крик и смех. И сотый раз повторяю, насколько ты лучше всех. Участникам. У нас получился прям целый творческий номер. Спасибо. Ну а сейчас слово для приветствия участников предоставляется представителю правительства Республики Дагестан в Рязанской области Наибу Раджабову. Всем салам алейкум, всем добрый день. Я рад вас приветствовать здесь. Как получилось, я не знаю, но мне вроде бы... Громче говори. По-аварски скажи, по-аварски. Всем хорошего дня. Всем баракалас, что ты приехали. Спасибо. Для гостей нашего праздника и участников соревнований выступает народная артистка Республики Дагестан Зульфия Ильясова. Мне все народы очень нравятся. И трижды будет проклят тот, кто вздумает и кто попытается очернить какой-нибудь другой народ. Великий Расул Гамзатов. И песня для вас. Вся Россия и мой Кавказ. Thank you.
культуре и массовому спорту администрации города Рязани, серебряному и бронзовому призеру чемпионатов мира, чемпиону Европы по легкой атлетике, заслуженному мастеру спорта по прыжкам в длину, мастеру спорта международного класса по бобслею Кириллу Сосунову. Добрый день, дорогие друзья. Салам алейкум. Рад всех приветствовать сегодня на нашем турнире по мини-футболу, который посвящен дважды Герою Советского Союза Ахмед Хан Султану. И очень приятно, что это мероприятие проводится в то время, когда вся страна празднует столетие великого советского и дагестанского поэта Расула Хамзатова. Уверен, что этот турнир, на котором мы сегодня собрались, все 12 команд, пройдет в дружественной и хорошей атмосфере. И ваша дружба будет с каждым разом все крепче и крепче. Желаю нашим спортсменам показать хорошую игру, игру без компромиссов, судьям объективного судейства, зрителям получить заряд бодрости и хорошего настроения, испытать весь фейерверк эмоций. Крепкого всем здоровья, удачи и успехов. Спасибо. Слово предоставляется заместителю министра спорта Республики Дагестан, олимпийскому чемпиону 2004 года, серебряному призеру Олимпийских игр 2000 года, чемпиону Европы, заслуженному мастеру спорта России Гайдарбеку Гайдарбекову. Салам алейкум. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно сегодня, прекрасный праздник, в честь наших прекрасных людей, двух дагестанцев. Это очень отрадно. И я, конечно, хочу всех вас поприветствовать от всех наших земляков, от всего спортивного нашего сообщества Республики Дагестан, от Министерства спорта, от руководства Республики, от всей нашей прекрасной делегации, которая вместе с нами здесь, Мухаммад Аир Синдихов, который человек, который всегда поет самые лучшие песни. Я с детства вырос на его песнях. Это все патриотические песни Расула Хамзатова, он всегда он поет. Поэтому мне хочется поблагодарить людей, которые организовали это мероприятие. На самом деле, это самая главная цель этого мероприятия, наверное, сплочение, дружба, увидеть друг друга, наших земляков разных регионов. И я хочу поблагодарить Наива Магомедовича, он здесь скромно стоит, за эту организацию и, конечно, за поддержку руководства Рязани. Огромное вам спасибо за то, что вы поддержали это мероприятие. И всем участникам желаю успехов, бескомпромиссный, как уже сказал наш Кирилл, наш заслуженный мастер спорта. Я думаю, что здесь самое важное, что вы здесь без всяких эмоций, чтобы друг другом не ругались, это здесь важно то, что вы будете знакомиться с спортивной обстановкой, чтобы это прошло. Всех с праздником, спасибо. Дорогие друзья, для вас выступает ученица 6 класса 65-й школы Аминат Абдурахманова. Подожди секунду, подожди, сейчас микрофон сделаем. Раз. Мой Дагестан. Когда я, объездивший множество стран, устал из дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? Взошел я на гору, и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил, немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, любви тебе редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь, поблекнет Сократ повторенное слово. И если тебе всякий сын этих мест, крича, как глашатый, в любви будет клясться, то скалам каменным твоим надоест и слышать и эхом вдали отзываться.
Спасибо большое, Аминат. Тут тебе помогали участники соревнований. Слово для приветствия участников предоставляется депутату Народного собрания Республики Дагестан, заместителю председателя Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Джамалудину Нажмудинову. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые присутствующие, спортсмены, гости. Хочу всех поблагодарить и поприветствовать на нашем мероприятии. Сегодня такой день, который мы находимся на мероприятии, посвященный дважды героя Советского Союза Ахметхана Султанова, великого Расула. Это два человека, которые прославили наш Дагестан на всем России. Расул Гамзатов прославил не только Дагестан и Россию во всем мире. Эти люди – образец подражания героизма и патриотизма. Сегодняшним днем, когда вокруг нашей страны ополчилась весь мир, наши ребята проявили пример таких людей, как Ахмед Ас-Султан, героизм, мужество, также патриотизм Расула Гамзатова Российской Федерации. Сегодня наши ребята выполняют свой воинский долг с специальной военной операцией на Украине. Можно сказать, что сегодняшний день наши ребята, 7 человек стали героями Российской Федерации. Это говорит о чем? О том, что у нас есть подрастающее поколение, у нас есть на кого равняться и стремиться. Хочу всем участникам пожелать всего самого наилучшего, успехов вам, пусть победит сильнейший. Конечно, основа всего нашего этого мероприятия лежит не столько спортом, пусть победит сильнейший. Основа всего нашего мероприятия лежит в сохранении наших культурных традиций, взаимопонимание, дружбы, укрепление между во-первых, между собой и между регионами, которые мы себя представляем. Хочу всех поблагодарить, всего вам самого наилучшего. Пусть победит сильнейший. Всех вам. Настало время представить участников нашего турнира. Это 12 любительских команд и более 150 человек-участников, которые покажут сегодня захватывающую игру на поле. Итак, встречаем команды и аплодируем им. Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Орловская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Новгородская область, Рязанская область, город Москва. Внимание команды! Смирно! Равнение на флаг! Турнир по мини-футболу на кубок имени дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана, проводимый в рамках столетия со дня рождения советского российского поэта Расула Гамзатова, объявляется открытым!
И нас с вами ждет еще творческий номер. Давайте поприветствуем студентку Рязанского государственного университета Патимат Алимагомедову. Гимн аварцев. Гуру хит и набхечу, худул забидаристан, хеху борха хилде ваха хедин абулев, ахалт ого дорогу, тоха азда дорогу, ад идаб каспиалда гуми хедоле ругу. Аде анаб агараб, маару лазул ука, авад анаб дагистан, йог цо миллион гуру, дагистан ел ругель, дунял алда агархи, рунгит ок бугонихер. Мурулт ок арал ицак, океан зигардурал, авар азу васазук, ясл чанги ухдула. Гуро, амалк удия, адам азу ват анхеб, амма бет эрдаличо, дагистана хиего, хехул чорбох бероле буго цак пашмураби, хехул карах абили, буго цак чварара брак. И снова для всех гостей нашего праздника знаменитая лезгинка. Thank you.
Уважаемые гости, торжественная церемония открытия подошла к концу. Мы желаем всем красивой и честной игры. Судейской коллегии приступить к исполнению своих обязанностей. Все четко. Хорош, хорош! Алик, давай! Шарвана, все, шарвана!
Нормально буду, все. Братан, жари. Бомба! Добра! Амар, еще один раз класс покажи! Еще один раз надо класс показать! Ай, угадал! Раз в месяц мячом у нас ию! Нас запечатлите. Хорошо. Значит, на его от души большое спасибо, потому что была проблема, касающаяся, где провести это мероприятие. Но такое волевое решение принял Наиб и взял на себе такой ответственный момент провести в городе Рязани. Видишь, для всего города такое масштабное мероприятие провел. От души Баркова, брат. Подряд, давайте, 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 дав
Московской области, занявшие 3-е место. Под ваши бурные аплодисменты. Для награждения приглашается команда Тверской области, занявшая 2-е место. Команда, занявшая 1-е место. Ура! Новгородская область. Спасибо.
Бурные аплодисменты, товарищи. И переходящий кубок вручает команде депутат Народного собрания. Жамалудин Нажмудинов. Слово предоставляется депутату Народного собрания. Ассаламу алейкум. Хочу от души поздравить нашу команду победителей и пожелать, чтобы в дальнейшем, в следующем году, чтобы они достойно встретили гостей у себя на родине, скажем там, на сегодняшний день. И хочу особую благодарность выразить диаспоре Рязанской области, в частности, руководителю, представителю от правительства Республики Дагестан Наибу Магомедову за такое успешное мероприятие, которое мы сегодня провели. Спасибо большое. Слово предоставляется представителю Орловской области
Магомедов Исабек Гаджиевич. А что не хлопает? Никто не выходит, все ждут дали. Все мужчины ждут дали. Кто ушел, сами думают. Дорогие друзья, я в первую очередь хочу поздравить нашего красавчика Наиба за красивую организованную сегодня это мероприятие. Очень рад видеть всех наших родных земляков Центрального федерального округа. И самое грустное, я два слова хочу сказать, тверская команда здесь рядом со мной. Я хочу все наши земляки встали и минуту молчания в памяти нашего тверского представителя, который с нами сегодня есть. Он был бы сегодня рад за второе место. Стоя все минуты молчания нашего Айдамира, покойного сегодня с нами. Стоя все земляки, стоя и минуту молчания. Если два делать, наш министр сказал, давайте два сделаем ради наших представителей. Это был достойный представитель, очень порядочный человек. Сегодня весь день болел за тверской команды, очень хотел, чтобы они были на первом месте. Но так получилось, и вторая тоже на первое место. Давайте, если можно, очень было бы приятно. Ассаламу алейкум. Аллаху амин. Всевышний так, значит, захотел по пенальти, мы проиграли этот турнир. Но ни один турнир без нашего участия, чтобы нас запомнили, не пройдет. Тверская команда одна из самых сильных центральных игроков. Рязанским, да, рязанским землякам большой воркал за такую организацию турнира. Организация на высшем уровне. Очень рад сегодня всех видеть в таком... В таком формате, вот так, что мы сидим, очень рад и горд, что у нас у меня есть такие земляки, что вот так мы можем собираться, вот так по-дружески, по-братски, вот так собираться, это очень большое стоит. Честно говоря, далеко от нашей малой родины, что вот так мы собрались, очень хорошее, приятное, доброе, очень полезное дело сделали. Я хочу всех поблагодарить за то, что вы приехали. Кто не смог приехать, иншаллах, в следующий раз, наверное, больше людей соберутся. Вот наш знаменитый Мухаммад Таир Амир Нидас Саурат, на самом деле мы очень рады сегодня, что смогли приехать к вам. Всем желаю здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Да, чтобы вот так мы вместе всегда мы могли в любое время и в радости, и в горе, чтобы мы могли собраться. Баркал всем от души. И первого руководителя проекта данного турнира, представителя Республики Дагестан в Ярославской области Асланбека Далгатова. И для награждения приглашаем Аслана Хуршитовича, одного из активных участников данного проекта. Победителя номинации «Железный человек» Барселоны, Испания. Межконтинентальный пловец.
который покорил Босфор в Стамбуле. Ваши бурные аплодисменты. Ассаламу алейкум, уважаемые земляки, друзья. Но если рассказать историю этого проекта, на самом деле это появилось в далеком 2010 году, когда в Ярославской земле появился память нашего земляка, дважды героя Советского Союза Тансултана. После этого мы, ярославские земляки, вот, которые не даст соврать, там за вторым столом сидит, такое решение принял о том, что в Ярославе провести турнир по мини-футболу. Кто-то здесь есть, который участник, кто-то вот уже. Как говорит, по дружбе приглашал из других регионов. На тот момент, в 2010 году, 7 команд принял участие, и это был в Ярославле. После этого такое решение было принято, чтобы во всех регионах идти по Центральному федеральному округу. Ну, вы видите, сегодня география развития нашего проекта расширяется не только Центральный федеральный округ, но и к нам подключился, значит, Великий Новгород, который не входит в ЦФО. Из-за этого я вот рядом со мной сидит человек, который стоит, который на самом деле буквально недавно назначил представителем НАИП. Вот, буквально недавно его назначил. И когда по субъективным, объективным причинам в одном из регионов у нас не получилось, значит, продолжить провести вот это мероприятие, я с ним не был знаком. Назначил нового представителя. Я ему позвонил, познакомился. Я ему говорю, вот такое дело, брат. Значит, вокруг Москвы есть два региона, которые в этом проекте не участвуют. Ближайшие. Рязан и, значит, Калуга. Я бы хотел, если есть возможность, я говорю, чтобы ты в этом году вот это все взял. Ничего он даже не сказал, давайте, говорит, в этом году будем проводить. Из-за этого я, во-первых, я хочу пожать руку и обнять моего друга, потому что вы знаете, сегодня на самом деле он достойно провел и на официальной части, и на вечернем мероприятии. Вот. Но что касается вот награждения Аслана, на самом деле он один из активных, значит, участников сегодняшнего проекта. И ходатайствую обратился в Министерство нацполитики Энику Селимовичу. Но все-таки для награждения я бы хотел бы пригласить нашего брата, друга, легендарного нашего боксера Гайдарбека. Можно награждение сказать? Спасибо, очень брат. Спасибо.
тебе шел добрый час, отчий мой дом, милый Кавказ. Милый Кавказ.